Это эскиз рыбы. Вот такая рыба у нас вот надо сделать на цоколе. Ну, смысл заключается в чем? Вот у нас такой цоколь, фундамент, это дом рыбака. Ну, мы пришли, решили сделать вот такой хитрый и как бы подход. Мы решили в этом, вот будем говорить, в этом цоколе сделать такую рыбу окаменелость, которой там, допустим, ну, миллион лет, или сколько там ей лет, я не знаю. Ну, такая рыба, которая вот в камне, она там каким-то образом застряла и окаменела. Ну, такой вот дизайнерский ход. Делается просто, там типа барельефчика, вот смешную, как хочешь, так и сделаешь. Я побыстречку ее накидал авторучкой, и вот как бы теперь сам нарисовал блогер и сам ее и рисует, и как ее делает с бетона. А это ж лепить, это ж не языком болтать, как вот это вот. И вот у меня помощники, они, видите, у меня такой типа мольберта, палочками придавили, чтобы ветром не улетело, и я вот это делаю. А еще параллельно я делаю сома наверху. Ну, сома, как, не знаю, покажут или не покажут, но вот пока сом губы перехватывает, я вижу, там губа верхняя падает. Я думаю, да побыстрячку возьму костей, наклепаю, хай буде. Вот видите, так вот интересные плавнички я делаю. У меня там мастерочек такой умный. Ну и так вот идет работа. Ну вот у нас заказчик любит рыбы, и он как получается, ну дает возможность сделать то, что ты хочешь. Ну, мы посчитали, такой вот рыбка, она не сложненькая, она не испортит и будет, ну, украшать вот цоколь дома рыбака. Тем более, все, что связано с рыбами, это все хорошо. А это у меня уже внучку мы привезли на участок. И вот это уж она уже нам всей семьей, мы уже обнаглели, то мы только... Я, Нина, там и зять, а теперь и внучка, жучка, короче, всех притянули. И младшую дочку. И младшая дочка красит вот этот дом. Скоро я покажу мастер-класс, как покрасить фасад этого дома. Ну, или, может, даже я быстрее покажу, как красить, чем этот фильм. Ну, вот. А это я ребра делаю. У этой рыбы будут ребра. Ну, такой вот барельефчик. А это, о, здесь получается, что, ну, две рыбы. Я одну рыбу раньше сделал, и, ну, надо разобраться, ну, в правильном порядке это показываю, или как показываю, так и показываю. А это такой вот, не знаю, мастодонт, или как ее это называется. Вот уже она пристыла. Это у меня как бы цоколь имеет, ну, две стороны. И я одну рыбку делаю с той стороны, типа окуня какого-то там смешного. А это вот такая вот щука или там какая-то даже не знаю, вот видите, как акула. И вот так, таким острым язычком, уже она пристыла, я подрезаю. Ну, просто надо ее зачистить, замыть, и потом будет покраска. Ну, посмотрим, как будет покрашена эта рыба. Ну, что, я склепал и склепал, а теперь что хотите, то и красьте. Вот, смотрите, зубки такие сделаны, потом это надо брать, все вырезать и зачистить. Вот так вот идет работа. Видите, по миллиметрам, то есть вырезается, и арт-бетон позволяет этого делать. От того, что как ты тщательно это все сделаешь, и будет и эта рыба будет так выглядеть. Ну, вот, смотрите, какая она интересная, там у нее там и плавники, это миллион до нашей эры, она может любая, а видите, ага, она перестояла, представляете, это я сделал ее вчера, а теперь я пытаюсь ее вычухать. А где-то плавничок свежий, он, видите, вот этот, он здесь, он почему-то режется. А, я понял, я плавник сделал, ну, не успел вчера сделать, а плавник я утром сделал, а половина рыбы делала вчера. Вот, а бетон, вот раствор очень крепкий, марка 500, один дюйм, что он уже его не вышкребешь даже. Ну, вот такая вот, как говорится, работа. А здесь плавничок хорошо режется, я вспомнил. То есть не бывает, что мы за один раз не можем сделать рыбу. Получается, вот надо садиться и вышкребать, и делать ее. Он рядом улиточка такая.
находится, и такие вот кораллы какие-то вот мохом покрытые. Вот такая вот интересная смешная рыба. Ну, она будет внести свой дизайнерский ход такой вот. Вот видите, там и ребра, и вот смотрите, какие-то вон наросты всевозможные. И вот это как бы вот такая вот, будем говорить, в скалах или в кораллах сохранилась рыба, которая жила миллионы нашей эры. А это, смотрите, вот такие зубы мне принесли. Я буду делать вот такой камень, который кусается. Представляете, у него будет камень, еще не знаю, что с этого придумаю, но сейчас мы пока сделали такой вот, поставили его на цоколь, типа цоколь кусается цоколь. На самом деле сделал такую собачку, собачка камень. Ну, у нее такое страшное название, что я даже не могу по телевизору рассказать, как ее звать. А вот эта рыбка, которая вот здесь выглядит на этом цоколе. Смотрите, корешок в виде пальца, в виде ногтей. Ну, то есть, что хотим, то и делаем. Потом говорит, что ты куришь? Да вообще я не курю. У меня и так, говорю, мозги не работают, чтобы я еще и курил. Ну, вот, короче, такой вот фильм, как бы две рыбки. Ну, в принципе, я угадал, в какой последовательности. Только эту рыбу первую делали, а ту еще мы делаем. Вот такой цоколь. То есть можно это применять. Кому интересно, будет применять эти наши идеи. А вот это еще одна сторона цоколя, где мы вообще простую работу сделали. Вот такая улитка окаменелая. Вот она вот так вот просто делается. Рядом соколечек, рядом кидается. Вот это все одновременно делается. То есть соколек обычный камень. Рядом вот у нас Саша. Он зачищает, готовит к покраске. Вот камушек, видите, щетками по металлу. То есть, ну, идет работа. То есть, а он Толик в окошко, видно, делает, смотрите, окно какое. Ну, вот я накидываю. И сейчас камушек вылеплю. И будем, ну, под конец рабочего дня мы закончим этот цоколь. А с другой стороны такой цоколь будет сделанный в виде такого берега, в котором живут черви. Эти черви будут, ну, рыбак на рыбалку брать. Такой живой червяк будет. Вот такая интересная идея. Посмотрим, что с этого получится сделать. А это вот немножечко вам покажу обзорчик. Вон то ли как окошко делает. Там он, я что-то тоже там чухаю. Ну, идет движуха, каждый день у нас что-то новое и новое, то есть будем вам показывать, то есть заходите, смотрите наши мастер-классы, если так можно назвать.